Всем привет. У меня утро, 7 часов утра. Банда моя замерзла. Я решил печку затопить, дров привез маленько. Затопил. Там на плите у меня еда им варится. Сейчас я принесу ее сюда. Мелкие тут вообще не хотят жить, а на улице. На улице они все бегают возле банки. И все. Пошел рубить дрова, нашел кучу яиц, короче, представляете? Пару курей у меня там несется. Надо их закрывать сейчас. Ну, сегодня еще ладно, там пускай они по улице походят. А завтра все, я их выпускать не буду. Закрою их в сарае, пускай в сарае сидят, покушать есть. У нас было в 6 часов сегодня 3 градуса тепла. Сейчас вроде как 6. Лишь бы ветра нету. Но обещали сегодня 15. Ветерок потихонечку поднимается, раздувается. Ну, смотрите. И опять неприятная погода. Ой, ну, посмотрим. Переходим. Короче, на зимнее время. 1 октября, кстати, сегодня. Так что вот так. Ладно, пойду отнесу кастрюлю. А я буду сегодня переезжать, короче. Вот эту часть кухни я буду переносить туда. Сейчас там порядки наведу, уберу, что там не нужно. Колонка у меня тут стоит. Убрать колонку. Провода не провода. И стол сюда поставлю. Плитку. Здесь немножко потеплее будет в любом случае. Так что вот так. Пойду посмотрю орехи еще. Пособираю. Что-то упало. Что не упало вчера. О, все, покушать там варится. Печка потихоньку топится. Эти не хотят вообще туда идти. Оборзели. Оборзели. В общем, ладно, пойдем за орехами. В общем, сегодня ореха немного. Так, еще нижние ветки где там пообрывал. И уже более-менее сухой. Ну, пойдет. Что-то гуси у меня там разрываются. Вот кричат. Кошмар. Молодцы. Собаки не надо. А что-то у них любовь там. Любовь. А, эй, любвеобильные вы мои. Да, да. Да, вот куры у меня. Вообще. Завтра не буду выпускать, закрою их нафиг. С вечера. Воды туда, пшеницы. И все, 3 дня будут сидеть. Как в прошлом году, не хотели. Неслись, черт знает где. Хорошо, хоть там в одном месте нашел. Штук 8 яиц, наверное, нашел. И то случайно. Вот эта красотка у меня полезла там. Смотрю, яйцо достала, тянет. А я там дрова рубил, собирал, что-то там делал. Короче, я их спалил. Все, здесь стало тепло. Это банда, он балдеет тут. Тепло им, хорошо. Чтобы остальные поняли, что здесь тепло. Кашка варится у меня тут. Вот. Готовится все. Ладно, надо помешать. На улице сейчас 8 градусов. Время, я не знаю, часов 8, наверное. Нам пойти тут еще посмотреть, яйца пособирать. О, яиц, целый тазик. Насобираешь штук 60. Напишу в группу, чтобы продать. Хотел, думал, штук 30 там. А они, смотрю, несутся и несутся. Так что сейчас насобираем много и продадим. У меня тут еще пару перчиков образовалось. Мелкие. Ведь я не стал этот перец вырывать. Какой-то вообще поздний. Смотрите, что с огородом творится. Как здесь садить на следующий год. Фу, капец какой-то. В этом году огород под фрезу делал. Ну, фрезеровал. Тут тоже стоит.
И, короче, фрезой разбили весь этот, весь хрен, и раскидали по всему огороду. Я его все лето здесь вырывал, выдирал. Так, перчиков насобирал мелких. Все лето вырывал руками, там сколько мог, там между картошкой, там везде. Вон, смотрите, как вырос. Все, на следующий год будем копать хрен и продавать. Говорят, в Ростове хрен дорогой, короче, дорого продают. Еще пару помидорок. Вообще нормально, да? Пойдет же? Зеленые. Вот не стал выдирать, думаю, ну, пускай гуси там будут щипать, куры. Он, видите, еще дает помидорки вот. Какая красота, красотушечная. Все отходит потихоньку. Все, все три помидорка. Что-нибудь приготовим. В общем, как-то вот так. Я не знаю, на следующий год где огород садить. Бог его знает. В общем, поглядим, что делать. Пока не знаю, но здесь точно уже садить нельзя. Скосить-то я его скошу, конечно, потом. Ну вот. Вот так, короче, линолеум отрезал, постелил сюда. Блин, эта сторона шире. Капец. Ладно, что, ничего страшного. Короче, пока хватит. Сейчас стол перенесу сюда. Сейчас сюда надо кусок линолеума положить. У меня там куски есть, сейчас положу. Сейчас уберу со стола все эти дела. О, рыжики. Рыжики приперлись. Кому кота надо? Гласти притереть. Ватный котяра. Сейчас уберу. У меня есть новая там. Постелю. Ну, поставлю стол. Ну и все, я потихонечку буду сюда стягивать. Все эти дела, микроволновки, плитку. Плитку поможем, помыть ее, в порядок привести. Все как бы ни было, здесь все равно будет потеплее. Здесь можно обогреватель один поставить. Будет хватать и туда, и сюда. Так что вот так. Опять перетаскал всю плитку. Уже третий раз я ее таскаю. Сейчас уже поставил ее в середину, чтобы она мне не мешала. Мешать она мне не будет, потому что мне стенками надо будет там заниматься. Шпаклевать. Вот, чтобы возле стены она нигде не, они нигде не стояли, эти плитки, плитка это как ее там. Все. И заниматься стенками. Шпаклевать. Шпаклевать рыжики. Что приперлось? Вот, короче, как-то вот так. Ладно, погнали дальше. Ну вот вот так, короче. Правда, шкаф куда ставить, я не знаю. Этот стол, понятно, он у меня будет как это. Ну, такой, по необходимости, короче, буду его использовать. Вот. А шкаф, не знаю, сюда, наверное, поставить, что ли. Ну, пока пусть на улице стоит, надо будет воду сначала сделать. Нормально протянуть туда, в кухню. Потом уже разберемся. Здесь, в принципе, ничего такого нету. Я весь мокрый. Что это самое? Ну, пока, в принципе, не так особо холодно. Просто утром так неохота сюда выходить на улицу, капец. Потому что прохладно. Еще надо шторку вот сюда повесить, протереть стекло, повесить шторку. Ну, все, сейчас что... Доделаю здесь эти дела.
плитку, стол. Картошку принести надо туда, табуретки. В общем, вот так, потихонечку. А у нас, смотрите, что творится. Опять ветер разошелся. Вообще капец какой-то. Вот такие вот, короче, дела. Надо закрывать все везде. Все дыры, все надо закрывать. У меня еще вот здесь вот есть проблема. Шиферину надо снимать, посмотреть. Потому что я видел, что там ну, прям просвет оттуда, с той стороны солнце поднимается. И там прям просвет такой. Надо вообще смотреть, что там на этой крыше лежит, если что-то там еще лежит. Да, это минваты туда кинуть, потому что будет вытягивать. Ну и отсюда взять с этой стороны, у меня пластик есть. Взять пластиком, заделать хотя бы вот до сюда. Все меньше будет дуть, блин. В общем, вот так. Лабиринты, лабиринты, лабиринты. Вот этот домик. Нормально. Завтра я, короче, уезжаю в Ростов. Ну, видео будет обязательно, я буду снимать. Показывать. Поеду завтра деду помогу. Там у деда дом есть. У него там какие-то проблемы у него. Что-то с отоплением. Там поедем, поможем. Сделаем, короче, ему там что-нибудь. Вот, ладно. Я что? Я ничего. Хожу в старый дом, подкидываю дрова. Собаки сейчас, я двери закрыл, зайти не могли, мелкие. Как давай тут въезжать? Ну что они там въезжают? Пошел им двери, открыл, зашли. Деловые, там тепло, хорошо. Вот. А я сейчас, что я хотел? Я уже и забыл, что я хотел, блин. Ё-моё, что-то хотел, с головы улетело. Сейчас помыслим, что воду надо сюда принести. Маленький удлинитель надо сделать. Под микроволновку. Оттуда. Я думал добавлять, но у меня 2 года на нее, на замену. Ну, если что-то случится с ней, то я смогу ее заменить. Не дай бог что-то случится, они потом уже не примут ее из-за того, что провод ну, обрезал. Я хотел добавить провода, потом думаю, не, у меня же там замена, как добавить. Вот. В общем, вот такие вот дела. Надо что-то думать еще. Ладно, будем дальше заниматься. А, дырку, что я хотел залатать. Сейчас я эту дырку залатаю, надо раствору сделать. И быстренько кирпичами ее заложить. Короче, ставлю еще одно стекло. Сделал чуть-чуть, прям внахлёст, прям четко вообще. Чтобы не было щели. Сейчас я заколочу. Испытываем новый инструмент. Здесь есть гвоздики разные, прям на окна вообще нормально. Новый молоточек мелкий. Все, короче, круто. Мишане огромнейшее спасибо за подарок. Стекло. Вообще нормально прям. Насадил. Ладно, сделаем отсюда. Нормально.
Все четко, все четко. Здесь плотненько, нормально, короче, все. Все, новый инструмент сгодился. Все, вот так, пускай будет. Шторочку повешу здесь еще. Здесь надо выдернуть. О, здесь же у меня выдержка есть. Оп, о, видели как? Круто. Вот еще один. Оп. Это у меня лишненькие эти уже отваливаются. Говорит, отсюда надо повыдергивать. Все. Оп, вот так. Это должно быть здесь, это оторвать. Вот так. Чикс. Все. Все нормально, короче. Все. Вот с дверью надо что-то делать, пока не знаю. Если у меня утеплитель, то так его по краям забить, как я делал здесь. Посмотрим, а там щель у меня, надо провод отсюда убрать, просверлить там отверстие, провод туда выкинуть. Вот, потому что пока с электрикой, я здесь точно сейчас электрику делать не буду, потому что вот кухня у меня здесь, пока начнешь это все делать, и капец будет, короче. Пока будем вот так на соплях прорываться. Ну вот, здесь заделал. Все. Вот здесь осталось. Капец. Ну, я сейчас сделаю отверстие, просверлю, чтобы провод протянуть туда. Ну, подсоединиться. Чтобы у меня в доме был свет. Ну и здесь, соответственно. Потому что у меня провод туда идет, как я уже говорил. Вот. Ну и это. И сделаю удлинитель туда, вот так протяну. Ну потом. А здесь я запеню. Здесь я потом молоточком пройдусь, отобью вот это все дело. Пока пускай все это сохнет, потому что все это будет валиться сюда. Все подбиваю и пеной запеню. Заделаю. Ну и ровненько потом. Раз-раз обрезал. Здесь, видите, можно еще даже наличник еще можно сюда прибить. Так что вот так вот. Будем делать. Черт его знает, что здесь на этой чердаке лежит. Утеплен он, вообще не утеплен. Вот. Ну и буду с дверью что-нибудь думать. Видите, что тоже тут. Черт поймешь. В общем, посмотрим, что-нибудь придумаем с этой дверью. Сделаю, я сейчас чайку попью. Короче, придется переделывать проводку, сюда ее выводить. Что-то я там залез в коробку, а там все уже поподгорело. Провода алюминиевые, половина с медными, короче. Это я так соединял там на время, чтобы хоть свет был. Ой, сейчас придется, короче, вот провод сюда вывел. Со старого дома. Сейчас я буду здесь мыслить. На улице, с улицы его сразу сюда завел. Вот еще надо на веранду сюда вывести, чтобы был свет. Ну и сразу дом подключить. Сейчас, короче, будем мыслить, что делать. Капец. Ну, будем работать. Фу. Короче, как-то вот так. На улице сделал, и с этой стороны свет, и там горит. Вот один выключатель. Это главное. Подключено. Бойлер подключен. Ну и там свет, сарай. То есть все. И на комнату. Тоже подключен сюда от этого. Ну, выключателя этого, короче. Сразу электрикам объясняю. Провода стоят везде. 2 на 1,5. Все, независимо от рассветки. Так что там умные электрики, не начинайте их там хейтить, писать всякую чушь. Ну, хотя можете, в принципе, мне без разницы. Пойдем включать.
сейчас. Все, это я все свои последние провода туда запулил. На улице вот сделал. Вот так вот, сюда ее под крышу спрятал. Я потом здесь поставлю другой фонарик. Если у меня такой, чтобы бил прям туда, четко, до калитки. Ого, банда, нифига у вас тут бандейка. Кто хитрый, тот хитрый. Сейчас включим. А здесь в доме тепло, хорошо. Да, бандейка. Вот так вот им оставляю калиточку тут открытой. Маленько так раз, чик, чтобы они тут проходили. А то визжат как резаные. Все, что? Вон, на улице горит. Здесь не посмотрел. Здесь тоже горит. О, четенько. Здесь свет не делал. Здесь тоже свет не делал. Здесь будет другой фонарик. Такой длинный, короче. Пойдем посмотрим в дом. Там будет вот, вот такой фонарик, вот этот фонарик будет. Ну, здесь тоже свет горит. Все четко. Все. В этот раз я шустро. Шустро. Пошли, пошли, пойдем. Сразу освободил, короче, все эти. Все удлинители. Так, выходи. Так, все. Чик. А вот тут она не горит почему-то. Хотя должна гореть. Нифига не хочет. Ладно, все, выключил. Ну-ка. Нифига не выключил. Интересно. Сейчас посмотрим. Не, горит, просто я не в ту сторону поставил. Вот так должен быть выключен. Ага. Нет, а что за херня, бляха-муха? Там вроде правильно подсоединил. Сейчас посмотрим, разберемся сейчас. О, ровно поставил. Четко. Все, короче, провод один неправильно подсоединил. На постоянку, короче, сделал. Все, сейчас. Там горит, тут горит. В доме горит. Здесь сейчас еще сделаю свет. Все эти, все удлинители посмотаю, уберу. И здесь забацаю быстренько. Здесь у меня будет от розетки. Вот. Все, в доме тоже все горит, все четко. Эти автоматы работают. Все, если что. Бах-бах-бах. Правда, вот на бойлер надо поменять провод. Но у меня нет проводов. Этот провод алюминиевый. Вот. Его надо менять обязательно. И он трехжильный. Надо с этого заземлением его делать, короче. Вот. Ну, доберусь я до этого самого до магазина. И я его поменяю обязательно. Проводов куплю. Я вчера не стал провода покупать, короче. Вот, как-то вот так. Ну все, а что дальше? Дальше я сейчас наведу порядок, сделаю здесь еще свет, быстренько прикручу сюда тот фонарик. И это самое. И хочу покушать что-нибудь приготовить. Вчера готовил микроволновки, но я сегодня утром еще позавтракал. Вот, так что вот так. Плитку помыть еще надо. Вот. Но здесь такой бардак, надо все это, короче, убирать отсюда. Подметать еще надо. Все, на этом, ребятки, все. Видео я закончу. Пойду я дальше делами заниматься. Вот, понравилось? Ставьте лайкосик. Не забывайте подписаться на канал. Ну и все, всем пока. Ну вот, здесь вот так будет, вот такой свет. Он светит, дай Боже. Так что вот так, ладно, двигаемся дальше.